производим пусконаладочные работы Эфей Бром 2 в городе Туймазы. И так как помещение очень маленькое, в качестве системы дозирования заказчик приобрел РБМ-20. В качестве подачи инертного материала бункера мы сделали такой транспортер с воронкой. Буду загружать подгрузчиком. Таким образом собираются производить загрузку бункеров. Начинаем установку матрицы. Начинаем установку модуля цветного слоя. Подскок модуля цветной смеси нужен для изделий высотой 50 мм и ниже. Так как нет транспортера для модуля цветной смеси, загружаем фактурный слой ведрами. Пробуем формовать. Модуль цветного слоя работает с подтоком, и ход модуля подачи поддонов один ход, то есть холостой, один с поддоном. Получается. Таким способом происходит замена матрицы. То есть легким движением руки открываем, убираем в сторону модуль цветного слоя.